креатив и предпродакшн. Как мы и говорили, самое важное – это, в принципе, идея клипа. Идея, конечно же, может быть вашей. И часто приходят ребята и говорят: «Слушай, у меня, короче, такая идея классная, классная», друзья рассказывают и говорят: «Вот я точно такого не видел, такого не было». Чаще всего это было. По специфике своей работы режиссеры, они очень много смотрят. Вот, например, я каждый там день обязательно смотрю несколько клипов новых, несколько реклам новых, разных, международных. Я обязательно смотрю фильм по бизнесу. Я смотрю несколько новых и старых фильмов в неделю. Постоянно повышаю свою насмотренность. Также музыканты, очень многие, помимо того, что они слушают то, что им нравится, они слушают много разной музыки, которая, в принципе, может им и не совсем нравиться. Идея сценариста. Стоит обращаться к тем сценаристам, которые уже работали с клипами. Круто все-таки, когда идея режиссера. Звонит мне музыкант, говорит: «Руслан, слушай, хочу снять клип. Давай начинать с тобой разговор с песни». Потом музыкант присылает мне трек, я слушаю и понимаю, нравится мне трек, не нравится. После этого продолжаем с музыкантом разговор. Я ему сразу уже говорю: «Слушай, а давай если вот так, вот как тебе вот такое направление или вот такое?» Если у него еще нет своей идеи, я уже что-то начинаю предлагать. Не всегда, конечно же, сразу на песню что-то приходит. Бывает, что ты неделю, а то и две недели ты ничего не можешь придумать на этот трек, но тебе тоже ничего не приходит в голову. Здесь круто, когда идея режиссера работает в синергии с командой. То есть, если есть команда креативщиков, ребята собираются, там креативный директор, режиссер, продюсер, они слушают песню и что-то накидывают. И таким образом рождается прикольная история. Все это подается музыкант в коротком синопсисе в плане идеи, как тебе, вот так. И если у нас есть соприкосновение, есть отголосок, да, неплохо, давай, то окей, работаем. Бывает, что уже есть готовый сценарий. Вот, например, сейчас мы работаем над таким проектом. То есть, в принципе, был готовый сценарий. Человек пришел, говорит: «Слушайте, хочу клип», поставил песню, и мы прямо увидели, что тот сценарий, который уже подготовлен, уже осмечен. Мы показали музыканту, он сказал: «Слушай, круто, мы все это адаптировали, собрали, и, в принципе, сейчас ведется работа над тем, чтобы снять клип на его песню». То есть идея уже готова. Есть такая история, как тендер идей, когда вы говорите: «Я супер музыкант, давайте я закину там по разным продакшенам или по агентствам, у которых есть продакшены». Но дело в том, что если ты закидываешь продакшен, то продакшен может сделать тендер среди режиссеров на идею клипа. А если ты закидываешь агентству, да, то агентство может сделать тендер среди продакшенов, у которые сделают еще тендеры среди своих режиссеров. И, собственно, вы получаете такую некую массу идей. Естественно, за это все нужно платить. И, в принципе, самое дорогое в клипе, конечно же, это идея. Вы можете снять клип на телефон, но если он будет с идеей, это будет круто, это будет работать. Если вы снимете, знаю, там, с кучей команды, на там Alexa, Redic, такие вот объективы, все классно, но у вас не будет хорошего креатива, не будет идеи, вы зря потратили деньги. Вернусь к тендеру идей. Мы в тендерах не участвуем сейчас. Были несколько случаев, когда у нас воровали идеи, воровали сценарии. И теперь мы придумываем прикольную историю, находим музыканта, которому нравится эта история, и продаем эту историю ему. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими иностранными артистами, мы продумываем историю и предлагаем туда. Там это больше ценится, там, опять же, это все стоит дороже. У нас появляются больше бюджеты для того, чтобы реализовать какую-то классную тему. Например, у нас есть одна идея, я сейчас не буду рассказывать о самой идее, но в целом для того, чтобы ее воплотить, необходимо взять подрядчиков, которые снимали клип для Chemical Brothers, и там, значит, один продакшн из Америки, который делает одну часть там графики, второй из Англии, и вкупе с нами мы сможем сделать интересный продукт. К сожалению, таких специалистов в России нет, и приходится работать вот в таком ключе. Клипы бывают у нас анимационные,
и классическое видео, которое подразделяется на очень много разных жанров, поджанров, разных приемов, от первого лица и 360. После того, как мы утвердили синопсис, разрабатывается режиссерский тритмент. Документ, который позволяет режиссеру донести свое видение, как этот клип будет воплощен, до всей команды музыканта. Это история, стилистика, все референсы. Я, если честно, конечно, не люблю референсы, потому что, на мой взгляд, референсы убивают какой-то творческий полет. Конечно, да, с помощью референсов проще объяснить человеку, как ты это видишь, с одной стороны. А с другой стороны, должна оставаться доля творчества, чтобы музыкант доверялся режиссеру, и режиссер пытался проявить свое видение без референсов. В рекламе это не работает. Если мы снимаем рекламу, например, там, конечно же, без референсов не обойтись. Также режиссерский тритмент включает в себя образы героев, истории персонажа, какой характер персонажа, если особенно у нас игровая какая-то история, актрисы или модель, это тоже важно. Игровая часть плюс диалог, то обязательно берите актрису. Вы можете взять человека, он круто выглядит, но очень плохо говорит и плохой актер. Подборка из фотографий и образов для облегчения представления о внешнем виде героев. Костюмы, грим, прописываются особенности макияжа, локации, декорации, все это в режиссерском тритменте. Стиль интерьера или натуры, подбираются картинки и премьеры роликов или там различных фильмов. Все это ссылочками, чтобы вам легче было понять. А также режиссерский тритмент включает в себя звук. В случае с клипом это возможный какой-то саунд-дизайн, выстрел, звук шагов, дыхание. Также режиссер описывает, какая будет графика, что будет дорисовано. Все описывается с обоснованием, для чего это нужно, почему так лучше или вот так. CG, использование VFX, все это отражается в режиссерском тритменте. Именно качественный предпродакшн делает ваш клип максимально классным. Тритмент – это очень важный момент, чтобы музыкант, продюсер поняли, как режиссер хочет донести ту идею, которую вы уже, в принципе, утвердили. В тритменте указывается и производственная часть. Это количество съемочных дней, сколько необходимо для реализации этой идеи. Даются определенные пояснения, да, продюсеру о камере, какая нужна камера для съемки того или иного эффекта. Указываются все технические моменты для производства ролика. Используется стедикам, или кран, или телега. Ну, в общем, собственно, вот эти все моменты обязательно прописываются в тритменте. Это также коммуникация с исполнительным и генеральным продюсером в продакшене, так и с музыкантом и его продюсером. Чем отличается тритмент от сценария? Многие не знают этого момента. Режиссерский тритмент, он описывает все нюансы съемок, чтобы продюсер и клиент могли понять, как будет реализована каждая сцена и что нужно для ее съемки. Тритмент, конечно же, он позволяет клиенту понять, каким будет ролик и как его видит режиссер. Только после тритмента продюсер сможет посчитать точную смету. Это важно. Когда готов тритмент, следует операторская экспликация. Это дополнение к разработке режиссерского сценария. Туда входят световые и цветовые решения, как в павильонах, так и в натурных кадрах, приемы и съемочные средства, с помощью которых оператор собирается решать отдельные эпизоды и кадры. Это уже внутренняя работа между режиссером и оператором. Благодаря этому продюсер сможет посчитать вам бюджет. Если вы экономите на подготовке к съемкам, то у вас будет очень много проблем на самих съемках. Это проверено многолетним опытом. В принципе, отсюда вообще все сложности на посте в целом. Вы начинаете потом, что-то недосняли, на монтаже начинаете туда-сюда варьировать. Если вы плохо подготовились и клип получился хороший, можете считать, просто вам повезло. Чем дешевле оборудование на съемке, тем дороже будет для вас сам постпродакшн. Режиссерский сценарий и раскадровка – это, в принципе, рабочий инструмент режиссера и продюсера, и оператора, ну, в целом, съемочной команды. Это очень важный инструмент, и выглядит он так. Не все клипы снимаются с раскадровкой, с режиссерским сценарием. Есть разные идеи, разные концепции, и не всегда получается в клиповом монтаже отразить там все по кадрику.
Поиск локаций – очень важный момент. Одна локация хорошая может сделать ваш клип просто обалденным. Подбирайте необычные локации, сейчас с этим, конечно, не так просто. Потому что как только что-то появляется новое, все сразу бегут туда, и там все снимают, и буквально там за 1-2-3 недели локация уже получается заезженная. Обязательно получайте разрешение на съемку. Если вы сейчас делаете аэросъемку, тоже необходимо получать разрешение на аэросъемку. Все это, конечно, можно не делать. Но вы всегда рискуете. Если вы хотите, чтобы вы спокойно снимали, чтобы к вам не приехала милиция, чтобы никто не заплатил штраф, чтобы вас не сорвались вдруг съемки, то всегда это нужно предусматривать и получать разрешение. А на рассъемку сейчас в Москве очень большие штрафы. Кастинг. Возможен онлайн-кастинг по фото или видео. Такие варианты есть. Кастинг по скайпу. Тоже хороший момент. Лучше всего поговорить с человеком вживую. Это сразу даст понять, стоит его брать на ту или иную роль, потому что на фотографии люди одни, в камере они другие, в жизни другие. Вы вдруг приехали как музыкант на кастинг, то обязательно смотрите на актера не вживую вот так вот, а смотрите именно на плейбэк, смотрите, как он выглядит в камере. Актеры на плейбэке, там, в камере, да, и вживую, они могут выглядеть совершенно по-разному. Если вы работаете с детьми, у вас там в клипе дети, обязательно общайтесь с родителями. То есть, в принципе, это и кастинг не только детей, но и родителей на адекватность, потому что есть классные дети, но неадекватные родители, и в принципе в связке работать невозможно. Если вы работаете с животными, то также обязательно общайтесь с хозяевами животных. Бывает, что классные животные, дрессированные, а с хозяевами невозможно, и он через час вам скажет, моя собачка хочет есть, через 3 минуты он скажет, она хочет писать. Запомните, модели и актеры – это разные люди. Если у вас какая-то игровая часть, диалоги, всегда используйте актеров. Если, в принципе, нет диалогов, то можете использовать модели. Потому что часто человек красивый, но совсем говорить не может. У нас были такие моменты, когда взяли человека, вроде даже прокастинговали, он пришел на съемку, и ну, вот так. Это, ну, было, это был провал, в принципе. И такое как бы бывает.